Привет, мой друг, меня зовут Давыденко Олег, и, наверное, самый сейчас основной вопрос касаемо eBay, это переход с PayPal на Payoneer. Я думаю, затрону эту тему, потому что она действительно на сегодня самая актуальная. Ну, на сегодня у меня, как вы знаете, 10 тысяч лотов на eBay, и я уперся в лимиты, да, и я пока не планирую продвигаться дальше. Но у меня есть уже на сегодня еще 10 тысяч лотов, которые я могу выставить на eBay. И я жду, когда подключатся управляемые платежи и Payoneer заработает, да, я смогу уже тогда двигаться, планирую там, как дает возможность eBay, до 50 тысяч лотов. И тогда я уже буду думать и обдумывать новую стратегию, как я буду двигаться дальше. Ну, на сегодня пока это все под вопросом, потому что, я еще не знаю людей, которые, уже подключились, да, и могут сказать, что у них все замечательно. Но мне пока похвастаться нечем, потому что я несколько раз пробовал подключиться к Payoneer, регистрировался и так далее, но все пока гладко не получалось. Пока я нахожусь в такой стадии, что по ссылке с eBay, да, я перешел на регистрацию, написал, что регистрации на Payoneer у меня нету, завел новую почту, сделал все, заполнил все графы, какие необходимы, свой паспорт прикрепил платежку, что я проживаю по такому-то адресу, и отправил, и eBay сказала, ждите дальнейших действий от Payoneer. Но от Payoneer пока нету никаких действий, уже прошло двое суток, я им сегодня опять написал, вы просмотрели, мою анкету, да, как бы, какие действия. И, кроме того, на eBay загорелось у меня такое красное информационное, да, табло, которое постоянно теперь мне светит и говорит о том, что давайте, типа, двигайте Payoneer, ждите, когда все там заработает, и давайте уже, типа, подключайтесь. И вот пока я в такой ситуации, как бы, нахожусь, и хотелось бы у вас тоже узнать, на какой стадии вы находитесь, потому что периодически вы мне тоже пишете по поводу того, что там происходит, как там у тебя дела, что-то ты не выходишь на связь. Ну, я пока работаю нормально, в принципе, как обычно, я отправляю посылки, ничего такого сверхординарного у меня не происходит. Ну, пока работаю, как я и работал. Каких-то высоких сверхпродаж нету. Ну, периодически также вывожу деньги с PayPal, да. Ну, пока вопрос стоит именно вот с этим переводом. eBay написала, что надо перевестись до конца года, но в то же время в каждом письме они пишут, что сроки такие-то, такие-то, такие-то. То есть, чуть-чуть они сдвигают, но последнюю дату, которую они мне написали, что необходимо до 10 октября все сделать, чтобы у вас все было подключено. В то же время, когда я уже все сделал, они написали, что дата до 1 октября, то есть, вот так. Другие мои магазины, которые тоже есть на eBay, там тоже даты разные, где-то до 1 числа, в другом вроде до 10 или до 5. Ну и вот так где-то они сдвигают эти сроки и грозят пальцем, давайте, давайте, давайте быстрее. Но от нас это не зависит, мы как бы пытаемся сделать побыстрее. Ну, все вот так, непонятно как. И мне люди пишут, что там некоторые там с 10, с 15 раза никак не могут, чтобы подключиться и чтобы все это работало. Также мы знаем, что Payoneer как бы запрещенный в Российской Федерации сайт, и сейчас это все урегулируется на высоких, да, рангах, да, и вот мы пока как бы висим
под вопросом и не знаем, что будет с нами дальше. Потому что они написали, что вы должны подключиться, и когда все правовые нормы мы решим, тогда всех типа разом мы подключим. Но в то же время на форуме я читал один человек, что я так и не понял, что он с России или нет. Ну, написал, что вот только что начали деньги на Payoneer ему приходить. Ну, он не с Украины, или с России, или, возможно, с Польши. Ну, по крайней мере, из России я пока не знаю. У кого-то уже подключилось и работает, вроде еще нет. Мне бы хотелось узнать, на какой стадии вы находитесь, хотя бы примерно понять, у кого, что и как, да. Ну, если уже подключились там, ну, пропишите там в комментариях, что там подключились или нет. Тоже интересно будет мне знать, как у вас дела. Ну, и интересно будет другим узнать, потому что, ну, этот вопрос действительно очень важный, чтобы мы уже, как бы, в следующий год, да, входили с новыми, как бы, инструкциями, с новым движением, да. То есть, эти уже деньги будут переходить нам с Payoneer на наши реквизиты. И я надеюсь, что, ну, вообще Payoneer дает нам больше возможностей. То есть магазины уже будут с такими же количествами лотов стоить дешевле. Ну, в определенных категориях через управляемые платежи. Ну, то есть, как они заявляют, да, что это будет стоить нам дешевле. И я думаю, что комиссия не такая будет жесткая, как берет с нас PayPal. И берет с нас 5%, когда к нам приходят деньги, и потом еще на конвертации мы теряем деньги. То есть это, ну, тоже большой кусок от нас забирают. Ну, как там будет с Payoneer, я не знаю, но я думаю, хотелось бы, чтобы было получше. Ну, пока все висит в воздухе у меня, по крайней мере, и у тех знакомых, которые, ну, которых я знаю лично и которые находятся рядом со мной, у них пока тоже не получается. Именно с теми людьми, которыми я здороваюсь день ото дня и тоже занимаются eBay, у них тоже все не так гладко. Те люди, с которыми я просто переписываюсь, возможно, у кого-то что-то уже более-менее нормально, но пока все как-то так непонятно, и просто легко переключиться и все подключить, пока я не слышал, чтобы у кого-то он сел там с первого, со второго раза, все подключилось, и получил он сообщение, и все хорошо. Пока все под каким-то, с какими-то головниками, да, с какими-то сложностями, ну, пока ВОЗ и ныне там. Ну, ребята, не буду много говорить, какие-то будут вопросы, пишите, задавайте, будем обсуждать, ну, возможно, на основании тех комментариев, которые я получу, ну, я сниму следующий ролик, чтобы посмотреть, куда будем двигаться дальше. И если у меня, ну, соответственно, будет все сложиться нормально, я тоже сниму по этому поводу ролик, чтобы было понятно, что все хорошо. Вот такие вот, ребят, дела. До новых встреч. Всем пока.